Так. Книга рецептов. Ох. Тут красивый. Я выбирала, чтобы было побольше разных функций. Например, дрожжевое тесто. У меня никогда не получается классное дрожжевое тесто. Функция йогурт. Решила пробовать делать йогурт сама для ребенка. Что тут тоже еще интересного? Тесто для пасты. Тоже хотела бы попробовать. Безглютеновый. Интересный вариант. Ну и, не знаю, все остальное уже более-менее то, что есть у всех других хлебопечек. Так. Это мерный стаканчик, всякие там штучки. Для меня еще было очень важно, чтобы форма была прямоугольная. Квадратные формочки мне не очень нравились. Обязательно сниму все, как он делает, и поделюсь с вами. Ну, вот так мне пока что по дизайну внешне все нравится. Ну и то, что здесь есть окошко, чтобы смотреть, в каком там все состоянии, тоже очень удобно. Первое, что я решила приготовить, это дрожжевое тесто. У меня никогда не получается хорошее дрожжевое тесто, прям под булочки. Буду делать булочки с маком. Посмотрим, что выйдет. Я взяла рецепт из интернета. Потом поделюсь с вами в описании. Мак нужно будет замочить на полчаса. Затем сливаем всю воду и добавляем молоко. Доводим до кипения и варим так минут 30. В конце добавляем сахар и масло. Сейчас посмотрим, какое тесто получилось. Вау, класс. Такое пышное.
Тесто получилось очень вкусным, а начинку постарайтесь как можно больше и хорошенько проварить, чтобы она была нежная. Второе, что я приготовила, это был классический хлеб. Это первая программа, готовится она 3 часа. Я поставила с отложенной готовкой, чтобы утром к 9 утра уже был готов горячий хлеб. Отложите выпекание можно до 15 часов, что очень удобно. Время выпекания уже должно входить в то время, которое вы закладываете на отложенное. То есть, если вам надо, чтобы хлеб был готов к 9 утра, а сейчас 12 вечера, значит, вам надо поставить на 9 часов. И хлеб начнет готовиться в 6 утра. Ну, с 6 утра. Почему он бледный? Интересно. Но пахнет вкусно. Ох, он вышел с места. Блин. Надо понять, как его правильно закреплять. Я разобралась, оказывается, плохо вставила ковшик на место, и поэтому, наверное, хлеб не так хорошо пропекся. В том смысле, что я поставила на сильную обжарку, а он был такой слегка румяный. Поэтому решила теперь поставить хлеб на функцию быстрой выпечки. Написано, что будет готов через 1:15. Обычно все рецепты в книге готовятся по 3 часа минимум. Это очень долго, но так как я хлеб поставила, первый хлеб, который готовили, поставила на ночь, то готовить он начал где-то в 6 утра. В книге рецептов все рецепты очень похожи, даже по граммовке. Поэтому, я думаю, буду находить рецепты отдельно в интернете, так как хлеб получился, ну, для меня с малым количеством соли. Я бы добавила побольше. Ну все, давайте посмотрим, что теперь получилось. Пахнет вкусно. Не обращайте внимания на внешний вид. Это потому, что я кладу в два раза меньше по ингредиентам, потому что, мне кажется, это будет слишком большой хлеб, и я хочу распробовать все рецепты, которые есть в книге.
Теперь буду готовить диетический хлеб. В книге рецептов есть очень интересный рецепт. Надеюсь, будет вкусно. На самом деле, не просто вставить эту формочку, но можно. Вот что вышло по рецепту диетический хлеб. Я очень расстроена. Не понимаю вообще, что произошло не так. Буду пробовать еще раз готовить. Может, какие-то настройки сбились, потому что хлеб полусырой. Ну вот он какой-то супер влажный. Так он точно не должен выглядеть, а вкус он просто отвратительный. Готовить на режиме быстрого хлеба, посмотреть, все ли в порядке вообще с хлебопечкой. Надеюсь, все нормально и не придется оформлять возврат. Ну, сейчас посмотрим. Вот, она подала реакцию и стала сразу готовить, чего не было с диетическим хлебом. Он стоял минут 20. Я думала, проблема была в этом. Ну, ничего страшного, ладно. Потом еще раз попробую приготовить диетический хлеб. Надеюсь, получится хорошо. Ну вот, получился нормальный хлеб. Я, правда, забыла масло положить. Поэтому оно такое не особо румяное. Хочу еще попробовать на такой же программе, только поставить граммовку больше, потому что на пару минут он работает дольше и, наверное, будет более румяный, потому что мне нравится, когда хлеб темненький.